соответствии пункта 10 Федерального закона 137 введения в действие земельного кодекса распоряжение земельными участками государственной собственности, на которой не разграничено, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов городских кругов. В соответствии с пунктом 4.5 положение предоставления земельных участков на территории города Бердска для целей, не связанных со строительством, и порядка определения размера арендной платы на их использование, утвержденных решением Совета депутатов от 12 года номер 249, решение о предоставлении земельного участка принимает глава города. В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, утвержденными решением Совета депутатов города Бердска на Новосибирской области от 8 ноября 2007 года номер 322. Глава Бердска на основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке принимает решение о формировании земельного участка для его предоставления. Глава Бердска издает постановление о предварительном согласовании места размещения объекта. Постановление о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием последующего принятия решения. Таким образом, действие по распоряжению земельными участками, расположенными на территории города Бердска и Новосибирской области, находящихся в муниципальной собственности, а также земельными участками, расположенными на территории города Бердска и Новосибирской области, государственная собственность, на которой не разграничена, входит в служебные полномочия по ТАП по главе Бердска, высшего должностного лица муниципального образования. Кроме того, Потапов, исполняя полномочия администрации города Бердска на Новосибирской области, мог способствовать таким действиям путем дачи показаний подчиненным работникам администрации города Бердска на Новосибирской области. Страница 867-868 обвинительное заключение. Здесь произошла грандиозная подмена понятий. Следователь говорит о том, что цитата, действие по распоряжению земельными участками входит в служебные полномочия Потапова. Конец цитаты. Но в данном случае, по предъявленному обвинению, речь идет только о сформированных земельных участках. Когда участок не сформирован, но нужен для цели строительства, формирование его зависит от Совета депутатов города Бердска при учете мнения жителей в процедуре публичных слушаний. Таким образом, следователь просто не видит других субъектов отношений – Совет депутатов города Бердска и жителей города Бердска. Следователь указывает, что цитата, действие по распоряжению земельными участками под служебные полномочия Потапова как главы города Бердска. Конец цитаты. При этом следователь уточняет, что глава города Бердска распоряжается готовыми, сформированными земельными участками, уже с определенным размером и разрешенным использованием. При формировании земельного участка определение границы разрешенного использования обязательной процедурой является публичное слушание. Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов. Федерального закона от 6 октября 2003 года номер 131 об общих